Парламентская ассамблея Совета Европы после опубликованного в Брюсселе отчета о выборах в Верховную Раду на Украине заявила, что считает финансирование избирательной кампании непрозрачным, а уровень соревновательности недостаточным. Эксперты, подготавливающие доклад, обратились к властям страны быстрее провести расследование всех инцидентов и отчитаться перед ПАСЕ. Многие считают данную критику в адрес партии регионов за месть, что не выпустили заключение Юлию Тимошенко. Если бы Янукович и правящая партия вняли требования вовремя, осуществили требования ЕС, вывод экспертов ПАСЕ был немного мягче. Однако позиции официального Киева достаточно прочны.